Ну, давай. Вот такой микроскопик нам пришел. От тети Оли, с дяди Димы. Вот отсюда надо внутрь подлезть. Ну, я уже так аккуратно. Вот так аккуратненько. Зачем тут нужно отрезать? Все, молодец. Аккуратно теперь. Так, подожди, разверни. Разверни его вот так. Потому что весь микроскоп вот здесь. Вот такой микроскоп. Какая крутая тень. Класс, Валер? Так. Сейчас, подожди. Очень аккуратно. Ух ты, он легенький такой. Он прям легкий, легкий такой. Мамочка, я маму повешу только. Сейчас, подожди, нужно брату сообразить. Тут есть несколько увеличительных стеклышек. Вот они. Подожди, их нужно вверх чуть-чуть приподнять. Нет, сейчас покажу. Попробуй теперь сам. Это вниз, это вверх. Вот эту штуку, да? Вверх. Вниз. Это вверх. И вот это вот увеличение, видишь, 1200x. X. Это 100x. Так. 400x. 1400x. Димке тоже интересно. Дадим? Ну, я тоже хочу. Подожди. Там есть вот такая инструкция. Держи, читай инструкцию. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Она на английском. Валера, ну и не только. Смотри, у него здесь есть предметные стекла, да? Мама, я тоже. Подожди, это только от брата. Но брат разрешит так включить. Его. Так, батарейки там внутри есть? Ну, давайте проверим. Вот, нужно ее открыть. Тут есть. Пластикware Fuse. Пластиковый контейнер. Вот здесь такой предметный стеклышко. Есть двух видов. Кругленькая и квадратненькая. Это контейнеры для твердых отходов. Ой, для жидких отходов. Для жидкого исследования. А это предметные стекла. Вот, они, кстати, из пластика. Нужно их подставить. Вот так волос изучать теперь будет. Так вот снимается крышечка легко. Вот, единственное, только нужно будет батарейку взять, чтобы свет. О, ты сядь на стол. Да, же вот это. И рассматривай. Изучай, смотри, чтобы тебя попадало. Потому что, может быть, не попадает, ты можешь увеличить, уменьшить. Дай я посмотрю сейчас. Во. Увидел волос? Да. Классно, класс? Да. Потом луковую поиспользуем. Так, сейчас подожди, то я хоть покажу. Получится, не получится у меня показать. Получается. Сейчас мама придет, покажет.